По статистике, каждое второе дорожно-транспортное происшествие происходит по вине водителя, который превысил скорость. Таких лихачей, к сожалению, год от года становится только больше. Для борьбы с любителями скорости сотрудники регионального управления ГИБДД вооружились видеофиксаторами, многие из которых уже установлены на улицах города. В настоящее время в Рязани и области расширяется система фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения. К уже имеющимся трем стационарным рубежам, это в районе Дягилевского поста, Турлатова и Северной окружной дороги, уже установлено 10 камер в городе Рязани фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Все они работают. Так, за июль месяц две камеры на улице Зубковой и на Кубовском шоссе зарегистрировали за один месяц 10 тысяч нарушений правил дорожного движения. Пока эти камеры фиксируют только нарушения скоростного режима. В скором времени камеры будут доработаны и смогут фиксировать и такие нарушения, как выезд на полосу встречного движения, движение по полосе общественного транспорта и проезд на запрещающий сигнал светофора. Всего в области и областном центре будет установлено 78 таких камер.